Закончились выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад. В 20 часов избирательные участки закрылись. Наша комиссия в 20 часов приняла решение, мы погасили избирательные бюллетени. При этом присутствовали некоторые кандидаты, некоторые члены совещательным голосом. Проблем никаких они не выявили. То есть гашение неиспользованных бюллетеней прошло в штатном режиме. Явка на 20 часов в городском поселении Сергиев Посад составила 15 698 человек. То есть 15 698 избирателей пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за тех или других кандидатов. В процентном соотношении явка составила 14,279%. Ну, грубо говоря, 14,3%. Насколько я знаю, в участковую избирательную комиссию поступило 5 жалоб. Это те жалобы, которые участковые избирательные комиссии должны рассмотреть у себя. Ни одна комиссия, ни участковая избирательная, ни территориальная комиссия не имеет права подписать протокол об итоговом голосовании, пока не рассмотрит жалобу. Но 5 жалоб, скажем так, это очень маленькая цифра. Я считаю, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно на протяжении 2,5 месяцев, и в единый день голосования особых проблем каких-то не возникало.